Подсвет. Чувашская республика, параллельно зачем город Москва. Мастер спорта ЦСКА. Тренеры Казбек Дедекай, Арсен Кириксан, Гочи Макоев. Знал победитель первенства мира 2013 года и бронзовый призер первенства мира 2016 года. Еще где-то приблизительно 30 минут и начнутся поединки полуфинала. По 4 борца останется в этих весовых категориях. А сейчас пока четвертьфинальные поединки, но можем сказать, что эти поединки достойны финала. Вот сейчас на ковре А начался поединок, в котором участвуют всем известные спортсмены Ахмед Чакаев и Курбан Шараев. Их представят сейчас вам. На ковре Б готовятся Гаджибурат Рашидов и Муршид Муталимов. Смотрите, валяйте! На ковре А участники весовой категории 65 килограммов. В красном трико Ахмед Чакаев представляет команду Республики Дагестан, заслуженный мастер спорта России, тренирует в спортивной школе Умаханова, 15 лет занимается борьбой под руководством Зелимхана Хусейнова, Амира Мурадова, Давида Ахмед Чакаев, бронзовый призер чемпионата мира 2016-2017 годов. Серебряный призер чемпионата Европы в Сербии. Третий бронзовый призер Кубка мира. Победитель чемпионата России 2017 года. Синий трико Курбан Шираев также представляет Республику Дагестан, город Хасавюрт. Параллельный зачет, город Москва. Мастер спорта международного класса. Тренирует в спортивной школе имени Умаханова. Более 10 лет занимается борьбой под руководством Махмуда Магомедова. Чемпион Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата России, победитель международного турнира Гран-при Иван Ярыгин. На ковре С красный трико мастер спорта Федор Балтуев, рейс Иркутская область, город Иркутск, спортивный клуб «Арена». Борьбой занимается
Барышукова. Победитель первенства мира, победитель и бронзовый призер первенств Европы, победитель первенства России. Серебряный призер международного турнира имени Александра Медведь. На ковре в красном трико борется заслуженный мастер спорта Гаджимурат Рашидов, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель золотой медали Кубка мира 2019 года. Нодар Арабидзе, Брянская область.
А на ковре победил Курбан Шираев, Республика Дагестан.